Дорогие друзья, всех приветствую на своем канале. Меня зовут Елена, добро пожаловать ко мне. И в преддверии Нового года хочу с вами сделать такой маленький DIY. Будем с вами делать сегодня помандеры. Это природный ароматизатор. Делается он из гвоздики и просто мандарин. Мандарины я беру обычно такие плотные, твердые. По-моему, они называются то ли турецкие, то ли какие-то, не знаю, в общем. И понадобится нам вот такая вот целая гвоздика. Вот, я запаслась, купила несколько пачек. Я уже здесь подготовила себе, вот, насыпала и подготовила несколько мандаринов. Обычной гелевой ручкой я нанесла рисунок, ну, примерный. Вот. И сейчас мы будем... У меня нет специальных инструментов для карвинга. Я буду использовать обычный нож. Он хорошо наточен. И мы будем этот рисунок вырезать. Придумала несколько вариантов. И один еще не придумала. Мы его с вами вместе нанесем. Давайте начнем, наверное, со спиральки.
вот, друзья, вот такие получились красивые помандеры. Запах стоит обалденный. Обязательно попробуйте сделать такую красотень. Приятного Нового года! Увидимся уже в следующем 2018 году. Всем пока-пока!